Прямые авиарейсы в города Китая открыли во Владивостоке. У гостей города есть возможность комфортно посетить Далянь, Харбин, Шанхай и Пекин. Самолеты летают в среднем 4 раза в неделю. Путевки можно приобрести через турагентство. Стоимость варьируется от 38 до 70 тысяч рублей. В последнее время гости столицы Дальнего Востока выбирают авиапутешествия из-за комфортных условий. Сейчас самый пик турсезона, отмечают повышение цен. Есть также путевки в Таиланд, а в скором времени ожидаются чартерные рейсы во Вьетнам. Вылеты практически ежедневно. Можно подобрать тур от 4 до 8 дней. Стоимость за тур, авиатур в Китай идет от 39 тысяч до 70, в зависимости от выбранного направления. Это на летний период, август месяц. Входит туда полностью комплект. Это авиаперелет, проживание в отеле, питание, завтраки, страховка, трансферы, соответственно, услуги гида-переводчика и групповая виза.